Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. ЦСКА ВВС на домашней арене поделил очки пополам с командой из Набережных Челнов в первенстве высшей хоккейной лиги. Первый матч самарские летчики проиграли, неудача их постигла уже в первом периоде. Челны забили две безответные шайбы. Во втором ЦСКА ВВС огрызнулся одним голом. Концовка прошла по сценарию гостей. Две шайбы против одной в исполнении Шилина. 2-4 итоговый счет. Полностью провалили. Единственное хорошее, наверное, большинство было более-менее. Но не забили и много моментов не забили. Но это чревато, как бы не забиваешь, ты забивают тебе. Вот и проиграли там на последних секундах. Могли еще вырвать, но не получилось. Первой звездой второго матча с Челнами стал Александр Степаненко. Он оформил дубль. Первую шайбу нападающий забил, реализовав большинство в середине первого периода, а вторую – победную на экваторе третьего. Победа сейчас самое главное. Очки, все это. Выход в плей-офф на хорошем месте. Можем даже в пятерку попасть, поэтому стараются все сейчас. Бьются до последнего. Военные летчики доминировали на площадке всю игру. Отличился голом во втором периоде Никита Сафронов. А вот Челны не смогли разогнать свою лодку до победного результата. Единственную шайбу третий вратарь ЦСКА ВВС Константин Комариков пропустил от Нечкина только в середине третьего периода. Больше шансов на взятие ворот самарский кипер сопернику не дал. Очень хорошо, что мы имеем проверку накануне плей-офф. И видим, что как бы ни случилось, любого из трех вратарей можно ставить. И они достойно будут биться за свой город и добиваться результатов. Равные игры, наверное, я так думаю. Вчера мы оказались сильнее, сегодня Комариков первая игра, да, чуть на ноль не сыграл. Здорово отыграл. Хозяев с победой, нас с тремя очками. Спасибо. ЦСКА ВВС победил 3-1 во втором матче домашней серии. После 44 игр занимает 8 место в ВХЛ. Самарский клуб продолжает бороться за попадание в плей-офф. А безоговорочные лидеры чемпионата страны – Мордовия и Ростов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.